Спасибо большое за донат, Илья Фуфырин. Милен Фармер и Нирвана. Можно просто Нирвану лучше? Тут еще то ли так отстойно обработано, то ли там изначально так и было, что, короче, как будто в толчке с огромной реверберацией еще и французский язык. Рики был бы, ну, возможно, да. Блин, пиздец. Блять, что же за пиздец-то? Я не знаю, чел либо очень хуёво свёл, ну, мне хочется верить, что всё-таки всё так. Либо... Блин, неправильное название, кстати, вставил туда. Не знаю, я просто хочу послушать оригинал этой песни. Сейчас пока дослушаем, но потом я поищу, найду и послушаю чуть-чуть оригинал. То есть она в оригинале также отстойна, или это все-таки очень плохо сведено? Ну-ка. Слепленная. Да, в оригинале тоже полная хуйня. Понял. Короче, старая шлюха Милен Фармер подвела. У нее иногда прикольное бывает, но данная песня, видимо, полный кал. Манна небесная прорезалась. Свадьба бомжа с принцессой Дианой. Бля, и причем прикол в том, что в роли бомжа Милен Фармер. Типа... В моем представлении. Ну, бывает, когда мэшапы классные, но здесь что-то... Какая-то пытка. Как бы и Милен Фармер, наверное, поклонники охренеют. И я тоже. Ну прям противно, как будто кто-то пришел в сортир, короче, буквально. Сейчас я вот... То есть, как для меня этот звучит? И типа там очень сильно... Или в бассейн в какой-то. И вот типа... Сейчас. Бля, и еще очень дохуя придыхание, то есть прям... Вот так должно быть, то есть тогда... То есть, бля, и это слушать прям долго, на серьезке, ну это же...
Нужно быть очень сильно грязным извращенцем для этого. Чтобы это нравилось. Какой-то доктор Зойдберг в туалете что-то верещит. Что мы смотрели предыдущее? Не, ну типа на самом деле у нее не всегда плохо. Бывает прикольно, но тут...